Стимац кончата тень. Одати лопатру ань попорул эшалеч вяца пикаре уваавя пынала урматуарля лежер. Энчепи у луны импортанта, анкаре попорул ва трибы са дичиды че алеже. Вяца пикаре авуто пынакум сау о вяца ново. Жудикын дупа сарачи анкаре траешти сарманул попор, алежеря есть и евиденты. Voi m-ați cerut, eu v-am ascultat. Am decis să merg în aceste alegeri. Voi m-ați delegat, eu merg pentru voi, merg împotriva lor, împotriva hoților și bandiților. Din 2014 ați reușit să mă cunoașteți. Ca și voi, am fost lovit și am fost trădat. Tot de către ei, cei care v-au lovit și pe voi. Au vrut să ne distrugă, au vrut să ne închidă gurile. Am stat însă grămăjoară în corturi, în frig, în călduri. Nu v-am trădat, nici voi nu m-ați trădat și vom rămâne împreună și de acum încolo. Deoarece poporul m-a delegat în această campanie, voi fi lângă voi, voi fi lângă popor. Voi fi în fiecare raion ai Republicii Moldova. Voi veți decide, eu voi acționa. Și politicienii de dreapta și cei de stânga ne-au dezbinat până acum. Unde trebuie să mergem, ce limbă trebuie să vorbim. În timp ce noi, poporul, ne-am certat, ei au furat în liniște împreună. Ajunge! A venit timpul să facem schimbarea. A venit timpul să ne unim noi, poporul, și să-i punem pe toți hoții la pușcărie. Și să începem o viață nouă. O viață nouă pentru fiecare cetățean din Republica Moldova. Dacă ne uităm în lista de candidați, alegerea va fi simplă. Între trecut și viitor. Între oameni care au furat până acum și oameni care v-au fost într-adevăr alături. Între trădători și cei care nu v-au trădat. Cred în înțelepciunea poporului meu. Și de aceasta am venit în fața voastră. Eu voi fi mereu sluga poporului. Sluga poporului meu și a nimănui altcineva. Сегодня очень важный день. Мы начинаем последний раунд борьбы за освобождение Республики Молдова. Мы должны освободить Молдову от коррупционно-мафиозного режима, олицетворением которого является действующий президент. Я принимаю участие в этой кампании, потому что меня выдвинул народ Молдовы. Это громадная ответственность, и я обещаю, что не подведу вас. Буду только слугой народа. Все кандидаты говорят о решении разных проблем и предлагают свои рецепты. Я считаю, главная проблема Молдовы – это бардак и коррупция. Когда я наведу порядок, все остальное может наладиться. И пенсии, и зарплаты, и проблемы, которые есть в образовании и сфере здравоохранения. Некоторые люди не понимают, почему наши власти не борются с коррупцией. Запомните, они не могут бороться с коррупцией. Они сами и есть коррупция. Я сломаю эту коррупционную систему. Весны ждать не будем. Будем сажать зимой. Я иду на президентские выборы, чтобы победить. И вместе с вами добиться полной смены власти. Победа на президентских выборах – это первый шаг. Главная задача – добиться проведения досрочных парламентских выборов. Перемены – это слом мафиозно-коррупционного режима. Перемены – это улучшение жизни народа. Перемены – это качественное образование и здравоохранение. Перемены – это рабочие места и возвращение наших мигрантов домой. Перемены – это рост зарплат и пенсий. И сегодня мы делаем первый шаг к переменам.
Дорога будет непростой, но я уверен, что и мы ее вместе с вами пройдем. Молдова – наша с вами страна. Не надо жить и ждать, что кто-то придет и решит все наши проблемы. Не придут и не решат ни с востока, ни с запада. Только мы сами. Мы должны стать хозяевами в своем доме, в своей стране. В первую очередь правильные отношения должны быть с нашими соседями – Украиной и Румынией. Правильные отношения и с Востоком, и с Западом. Но ни в коем случае мы с вами не будем вассалами ни перед кем. Сегодня более почти 30 лет обсуждается решение Приднестровского конфликта. Реальное решение Приднестровского конфликта только через привлекательные реформы в Молдове, через отсутствие коррупции, через рост зарплат и пенсий. Мы не сможем объединить страну, пока мы не решим эти конкретные проблемы. Сегодня в Гагаузе у нас три официальных языка – молдавский, гагаузский и русский. В Приднестровье, для того, чтобы не пугать приднестровцев, это должен быть молдавский, русский, украинский. Сегодня весь мир и Республика Молдова переживает эпидемию коронавируса. Но эпидемиологический карантин не может быть оправданием для сохранения нашего политического карантина. Для того, чтобы начать перемены в Молдове, мы должны знать, и понимать, что выборы – это не просто какое-то действие для политических новостей. Выборы – это реальный инструмент, который сегодня в ваших руках. Как вы проголосуете, так и будем жить дальше. Я сегодня слушал некоторых конкурентов. Все это время мы с вами слушали всех теми, кто руководил страной в течение последних 30 лет. И когда я слышу, что в предвыборную кампанию делаются обещания, которые не имеют никакого отношения к должности президента, у меня такое ощущение, что некоторые кандидаты перепутали президентские выборы с парламентскими. Когда у нас будут парламентские выборы, мы должны будем детально доказать каждому гражданину, кто из нас способен что-то сделать, и самое главное, каким образом мы собираемся это сделать. Я выбрал для себя несколько приоритетов, помимо борьбы с коррупцией. Это те вещи, которые я уверен, что смогу реализовать, будучи президентом Республики Молдова. Сегодня наша страна не просто стоит на месте, а наша страна разрушается, потому что не было до сих пор ни один президент, ни один премьер, никто не поднял вопрос о четком плане модернизации страны. Я готов заказать у лучших специалистов в мире план модернизации нашей страны. Без такого плана нельзя возродить экономику, сельское хозяйство, транспортную отрасль. Без этого плана в стране не появятся заводы, без которых не может существовать ни одно нормальное государство. Мною вместе со специалистами разработан четкий план, четкий проект для молодых специалистов. Проработав примаром муниципия Белс в течение этих лет, я познакомился со многими очень талантливыми молодыми людьми, которые не могут работать в мэрии, не могут работать в правительстве и в разных государственных агентствах, потому что есть мизерные зарплаты. Сегодня многие уехали за рубеж, многие патриоты остались дома и, работая за гроши, не предают нашу страну, не предают государство. Поэтому для молодых специалистов у меня есть конкретный проект, разработанный, который обсуждался с экспертами и в Молдове за ее пределами, это доступное жилье в ипотеку под 0% годовых. Во время дебатов, во время встречи с избирателями
во время встречи с вами я детально представлю этот проект и хочу вам сказать, что это реально. И это можно и нужно начать сразу после Нового года. Пункт номер два. Открыть в столице и во всех районных центрах Молдовы консалтинговые центры, в которые сможет обратиться каждый житель, где будет бесплатно проанализирован его бизнес-план. Если у него этого бизнес-плана нет, ему он будет предоставлен, потому что многие соотечественники возвращаются из диаспоры домой, и у них вопрос, кто-то заработал 5 тысяч евро, кто-то 10, кто-то большой семьей 20, люди не знают, куда инвестировать. Еще раз, нет четкого плана. Они смотрят, раз сосед выращивает яблоки, давайте я открою. Кто-то открыл бар, они открывают второй. Так дальше дело не пойдет. Сегодня будут все эти специалисты, это будут сотрудники, бывшие сотрудники Министерства экономики. Есть очень много достойных людей, они сегодня пенсионеры, про которых забыли. Другим не дали возможность раскрыться, пока они занимали ту или иную должность. Сегодня лучше сотрудников банковской сферы никто не сможет проанализировать и дать оценку бизнес-плану готовому, либо предложить другой взамен. Я понимаю, что сегодня это решение поможет спасти тысячи людей от кредитов, где люди закладывают родительский дом, и потом лишается из-за того, что они просто неправильно вложили деньги. Сегодня мы, государство, обязаны защищать всех тех, у которых есть идеи, связанные с развитием нашей страны. И неважно это, развитие сельского хозяйства, экономики или промышленности. Сегодня я вам обещаю, что в должности президента страны мы ликвидируем систему районных администраций. Все эти буржуи, председатели районов, куча замов, по-другому их не назовешь, где сколько партий делают коалицию, столько зампредседателей. Сотни миллионов лей сегодня не доходят до сел, городов, муниципия, до нашей столицы из-за вот этих, из этой буржуазной системы районных администраций. Сегодня я 30 лет слушаю про развитие туризма в Молдове. Пока наш туризм и Молдова являются привлекательной только для граждан Румынии, которые приезжают в приграничные районы покупать сигареты и бензин. Это единственный туризм, который сегодня у нас, можно сказать, что процветает. Сегодня мы должны построить торгово-развлекательные комплексы, чтобы привлекать туристов. Людей нужно иметь чем занять. Сегодня наши граждане Молдовы, я постоянно их вижу в городе Яс. Кто-то собирает сумму в 200 евро, кто-то в 500, кто-то в 1000. Люди могут пойти в торговый центр, могут пойти в ресторан и в музей и так далее, и так далее. У нас этой инфраструктуры нет. Скажите, пожалуйста, бизнесмен, человек, который заработал или зарабатывает, может потратить 1000 евро, 2000 или даже 500, неважно какую сумму. Скажите, пожалуйста, зачем им ехать сегодня к нам? Кто-то приезжает в Криковские подвалы и реально, или в другие аналогичные объекты с разных стран. На этом туризм у нас сегодня заканчивается. Сегодня президент должен быть человеком, который представляет страну на международных площадках, привлекает реальных инвесторов, привлекает реальных специалистов и ни в коем случае не должен превратиться в помятый кулек. Ам ворбит ди майму теори, кабем не воя с деструзем элэнгафара ди систему ди администрацию районали. Ам ворбит ди майму теори, к требослики дам центру национал антикоррупции, который одевинит символу коррупции Республика Молдова. Сынт фарти мулц бунь офицер шинченя шин маи шин сис. Астез вапромит к вом кря о структуре де форце ново, дин чей май бунь офицер, дин
aceste structuri. Vom decide cum să va numi această structură împreună. Dar nu e important care, cum să va numi. Important ca această structură să lupte cu corupția la cel mai înalt nivel. Și nu contează că merge vorba de un deputat în Parlament, de un judecător, de un membru guvernul, de prim-ministru, de președintele țării sau președintele Parlamentului. Această structură trebuie să rupă și să distrugă tot ce ține de corupție în termenul de un an de zile. M-am inspirat foarte mult de mai multe reforme care au fost realizate în Singapore. Republica Moldova se află în aceeași situație, într-o situație foarte proastă, cum a fost și Singapurul nu atât de mulți ani în urmă. Ei au demonstrat că au reușit. Сегодня, когда многие говорят, что у нас нет природных ресурсов, у нас нет полезных ископаемых, вернее, они есть, но не в большом количестве, и поэтому мы не можем развиваться, это неправда. Сегодня, если мы будем правильно вкладывать в развитие интеллектуальной собственности, но вместе с этим параллельно будем открывать профессиональные училища, колледжи, техникумы, мы очень быстро встанем с колен. И вообще, я в жизни убедился в том, что в жизни можно добиться очень многого и решить очень многие проблемы. Самое главное – это иметь желание двигаться только вперед и верить в то, что ты делаешь. Я делал все возможное и невозможное, чтобы неоднократно доказать гражданам страны, что нужно верить в себя, нужно учиться, нужно бороться для нашего совместного будущего. Акум аврау спечался и мулцумеск печей каряу семнат, мау делегат ла часты функции. Ва мулцумеск пемиди четатени туата цара. Врауса мулцумеск зеч демиди четатень, каря мяу тримес месажи, шиден Република Молдова, шиден туата диаспора. Vreau să-i mulțumesc pe cei din Federația Rusă, din UE, din Canada, Israel, Statele Unite ale Americii. Astăzi noi am devenit, datorând implicării dumneavoastră, o echipă mare și puternică. Astăzi mă mândresc de faptul că la toate secțiile de vot de pe globul pământesc vom avea și observatori și voluntari. Vreau să vă recunosc sincer, este prima dată pentru mine de când sunt implicat în politică. Vă mulțumesc și mă închin în fața dumneavoastră să transmiteți mesaj la toate rudele, la toți prietenii, la cei care vă așteaptă în Republica Moldova, la cei care sunt alături cu voi în diaspora, să iasă la vot. În special fac un apel la tineri care nu prea au avut interes și nu s-au implicat în politică. Vă rog frumos să ieșiți la vot și să demonstrați la toți cetățenii din Republica Moldova, la toți cei din afara Republicii Moldova, că la tineri nu le-i pasă ce se va întâmpla cu Republica Moldova în următorii 4 ani. Сегодня, когда некоторые политики и некоторые кандидаты, кто-то участвовал в грабеже страны, кто-то участвовал в взятках, кто-то в кульках, кто-то просто преступно бездействовал. Поймите правильно, поднимают вам сегодня пособие или чуть пенсии, или раздадут вам немного бензина. Это то же самое с вами делают, как если бы вы вечером шли по парку, вас бы ограбили, у вас бы забрали кошелек, и потом эти же грабители сказали, возьми 2 лея на троллейбус. Сегодня вы должны сказать «нет» всем негодяям-коррупционерам. Сегодня вы должны сказать «да» светлому будущему Республики Молдова. Я много раз говорил о том, что будущее нашей страны зависит от талантливых специалистов, которые есть в стране, и многие из которых, к сожалению, находятся за ее пределами. Астазабем фарте мултстинер, корешфак студили диаспоры,
Unii le-au finisat și deja activează într-un domeniu sau altul. Acum vreau să-i dau start unui proiect național, un proiect împotriva cumătrismului, nepoțismului, nănășismului și toate lucrurile urâte care s-au întâmplat până acum. Я сегодня даю старт национальному проекту для того, чтобы доказать вам, что сегодня лучшие из вас могут участвовать в развитии нашей страны. И сегодня каждый из вас может попасть на ту должность, которую вы реально заслуживаете, а не из-за каких-либо политических предпочтений или политических цветов. Я даю старт проекту «Кадровый резерв» Рената Усатова на странице, которую многие из вас уже хорошо знают, www.rub2020.md, пагина rub.md. Дать старт уни рубрич печали. Резерва де кадрилуи Рената Усатой. Сунтец журист, экономист, доктор, вреце обцинец о функции, кари вар пермите сва демонстрац калитетели, ка ум политист, а с фуарте мулс колонии лукрязе шофер перутьера на фара цери, алци мунчесла конструкции. Врауса анализаться часто пазин, с дискидиться часто пазины, касы путец кри, toată informația ce ține despre studiile dumneavoastră, unde vă aflați, ați avut vreo activitate sau nu, ca noi, împreună cu dumneavoastră, să construim o echipă puternică pentru președinție, pentru alegerile parlamentare anticipate care le vom avea, pentru a vă implica în activitatea guvernului sau alte agenții de stat naționale. Și сегодня у каждого из вас есть равная возможность продвинуться. И не зависит, какое у вас образование, какая у вас специальность. Главное, чтобы у вас была искорка в глазах и желание двигаться вперед. Сегодня я прошу еще раз, чтобы проснулась вся молодежь страны, потому что при администрации президента Республики Молдова, далее при парламенте и правительстве, будут созданы молодежные департаменты, чтобы молодежь занималась реальными проблемами молодежи. Молодежь понимает свои проблемы. И при всем уважении к людям более старшего возраста, но молодежь должна заниматься проблемами молодежи. У меня есть еще некоторые идеи, которые мы с вами будем обсуждать на наших встречах, которые пройдут по всей стране. Я приеду в каждый район, я попаду в сотни сел, все мои встречи будут транслироваться онлайн. Я прошу вас приходить на эти встречи со своими идеями, приходить на эти встречи с критикой. Самое главное, чтобы вы участвовали в политической жизни нашей страны. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet pentru încrederea care deja o aveți, pentru implicarea dumneavoastră în această campanie electorală. Vreau să mulțumesc toată echipa, toți primarii, toți coordonatorii, toți consilierii din sate, din orașe, din municipii, din capitală. Să mulțumesc toată lumea pentru faptul că suntem o echipă mare, o echipă unită și împreună vrem să schimbăm lucrurile spre bine Republica Moldova. Кое-кто, к сожалению, использовал на президентских выборах раньше фразу «народный президент». К сожалению, сегодня все то, что было обещано бывшим кандидатом, который назывался себя когда-то народным президентом, значит, я понимаю, что сегодня реально страна ждала народного президента, и народный президент нужен сегодня. Я вас
уверяю в том, что с сегодняшнего дня у вас есть народный кандидат президента, и я буду народным президентом Республики Молдова. Я вас обнимаю, всем хорошего дня, до встречи в каждом уголке Республики Молдова. Всем спасибо.